Вместо автомобилей – велосипеды. Но требования к соблюдению правил дорожного движения, как на настоящей трассе. В Губке не состоялся финал областного конкурса «Безопасное колесо-2013». 24 школьные команды со всей Белгородчины в теории и на практике показали – правила они знают не хуже взрослых водителей. Чтобы так ловко проехать восьмерку и сбить как можно меньше кеглей, нужна твердость руки и сосредоточенность. Не каждый взрослый справился бы с такими виражами, но для Насти Черных фигурное вождение не проблема. Я почти с детства, самая первая, когда мы в садике даже еще ходили, я сама начинала и даже некоторых детей сама учила кататься, потому что я где-то 6-5 лет уже умела кататься. А победители конкурса, ученики 7-й Староскольской школы, в своих силах были уверены с самого начала. Самое главное, по признанию ребят, стала победа над волнением. Когда волнуешься, очень сильно руль здесь трещит и трудно, а когда не волнуешься, все хорошо получается. Если подготовиться, то ничего не будет сложно. Может быть, они не станут сотрудниками госавтоинспекции в будущем, но хорошими, законопослушными автомобилистами, а у нас, наверное, ну каждый желает и может иметь этот автомобиль, они будут действительно достойными владельцами автомобилей. Ответственный подход к делу – залог того, что в будущем ребята смогут обеспечить безопасность на дорогах. А Староскольская команда летом будет защищать честь области на всероссийских соревнованиях в Москве.